когда теряешь очки, это, конечно, очень неприятно. Но вместе с тем и прекрасно. В сумерках вся моя комната представляется мне не такой, как обычно. Вот, например, этот плед. Кажется мне сейчас вовсе не пледом, а милой и доброй принцессой. Да-да, я влюблен в нее, и она пришла ко мне в гости. А это кто? Кто этот незнакомец? Худой, стройный, весь в черном, с бледным лицом. Почему мне вдруг пришло в голову, что это жених принцессы? Ведь влюблен в принцессу я. Да я так влюблен в нее, что это будет просто чудовищно, если она выйдет за другого. Да, прелесть всех этих выдумок заключается в том, что едва я надену очки, и все вернется на свои места. И плед станет пледом, а этот зловещий незнакомец исчезнет. А, ну что ж. Вот и очки. Анунциата, что с вами? Простите, но я явственно слышала голоса в вашей комнате. Ах, да. Да, вы знаете, я, наверное, задремала и разговаривала во сне. Простите, но я слышала женский голос. Ну да. Да, вы знаете, я видел во сне принцессу. Вы шутите? Да. Спасибо вам за это. Вы всегда так ласковы со мной. Я, наверное, слышала голоса в комнате рядом и все перепутала. А вы не рассердитесь на меня? Можно сказать вам кое-что? Да, конечно. Конечно, говорите, Анунциата. Вы только не сердитесь, ведь вы ученая. Я простая девушка, но только я могу рассказать вам кое-что известное мне, но неизвестное вам. Конечно, говорите. Говорите, Анунциата. Учите меня. Ведь я ученый. А ученые учатся всю жизнь. Да вы шутите? Нет. Я говорю совершенно серьезно. Вы не знаете, что живете в совсем особенной стране? Все, что рассказывают в сказках, все, что кажется у других народов выдумкой, у нас на самом деле бывает каждый день. Вот, например, спящая красавица. Жила у нас. Да. А в 5 часа ходьбы от табачной лавочки точно направо от фонтана.
Только теперь спящая красавица умерла. А людоед жив и работает оценщиком в городском ломбарде. Послушайте, анонсаты, ведь это очень интересно. А почему об этом не пишут в книгах о вашей стране? Не всем нравятся сказки. Неужели? Можете себе представить, мы очень боимся, что если об этом узнают, вам перестанут ездить. Это будет так невыгодно. Вы, пожалуйста, не выдавайте. Что вы, я никому не скажу. Спасибо вам за это. Мой бедный отец очень любит деньги. Я буду в отчаянии, если он заработает меньше, чем ожидали. Анонсат, ну, мне кажется, что число приезжих только вырастет, ну, когда они узнают, что в вашей стране все сказки правы. Ну, конечно, если бы к нам ездили дети, так бы оно и было. А взрослые очень осторожный народ. Но они прекрасно знают, что многие сказки кончаются печально. Я хотела с вами поговорить. Да. Пожалуйста, будьте осторожны. Ну а как? Как, милая Амуца? Ну вот, например, чтобы не упасть, нужно все время смотреть под ноги. Чтобы не заболеть, нужно теплее одеваться. Ну а как? Как избавиться от сказки с грустным концом? Я не знаю. А не надо разговаривать. Дни, которых вы недостаточно знаете. А, хорошо. Но тогда я буду все время молчать, ведь я приезжий. Нет, ну пожалуйста, пожалуйста. Вы, пожалуйста, будьте осторожны. Вы ведь очень хороший человек. А именно таким чаще всего приходится плохо. Так. Ну а кто вам сказал, что я хороший человек? Так у нашей кухарки 11 подруг. И все они знают, что было, есть и будет. От них вот совсем ничего не укроется. Они знают, что происходит в каждом доме. В каждом, как будто у домов стеклянные стены. Это, наверное, они вам и сказали, милая анонсата, что в вашей стране все сказки правды, да? Да. Знаете, анонсата, вечером, да еще сняв очки, я готов в это поверить. Но утром, едва только выйдя из дома, я вижу совсем другое. Ваша страна, увы, похожа на все страны в мире. Скажите, а мой друг Ганс Христиан Андерсен, который жил здесь, до меня, в этой комнате, он что-нибудь знал о сказке? Да. Знаете, он как-то проведал об этом. И что он на это говорил? Он как-то сказал мне, я всю жизнь подозревал, что пишу чистую правду. Знаете, он... Ой, он... Так любил наш дом. Ему нравилось, что у нас так тихо. Что по утрам... Что это? Это мой отец, знаете, он очень вспыльчив, чуть что стреляет из пистолета. Но пока никого не убил. Нет, никого не убил, знаете, он нервный и всегда дает гром. Понимаю. Вы знаете, это явление мне знакомо. Ведь если бы он попадал в цель, не болел бы так часто. Анонсиата! Иду, папочка! До свидания, сударь. Почему ты не идешь, когда тебя зовет отец? Ведь слышала, что отец стреляет. Немедленно перезаряди пистолет. Все нужно объяснять, во все нужно ткнуть носом. Иду, папочка. До свидания, сударь. Видно, ваша дочь не очень-то и боится вас. Не боится, будь я зарезан. Она думает, что я самый добрый папа в этом городе. Может быть, так оно и есть на самом деле? Не ее дело. И вообще, сударь, я не люблю, когда догадываются о моих мыслях и о моих чувствах. Девчонка! Кругом одни неприятности! Кругом одни неприятности! Вот опять жилец комнаты номер 15 отказался мне платить. И в ярости я выстрелил в жильца комнаты номер 14. Что, это тоже не платит? Да платит. Но он ничтожный человек. Его не любит. Его не любит наш первый министр. А этот проклятый номер 15
Служит трижды гнусной газетенке. Пусть перевернется весь этот мир. Целый день кручусь, как штопор, вытягивая деньги из жильцов своей несчастной гостиницы, и не могу свести концы с концами, а еще ведь приходится подрабатывать, чтобы окончательно не сдохнуть с голоду. Разве вы еще и работаете? Да! Да! И где? Оценщиком в городском ломбарде. У меня к вам дело, сударь. Этот проклятый номер 15 просит вас о встрече. Этот газетчик, этот негодяй, который хочет жить бесплатно в моей прекрасной комнате. Скажите, пожалуйста, где я играю? Ну, где-то напротив. Ага, кто там живет? Какая-то чертова принцесса. Что? Принцесса? Ну, говорят так. Ну так что? Да, конечно, пожалуйста, я буду очень рад. Сударь, не радуйтесь раньше. Новый нож убийцы, такого вы не видели. Смотрите, как втыкается, быстрее раскупай. Цветы, цветы, тому цветы, тюльпаны, розы, лили. Осел идет про три глаза, а слуга рогу дай. А за дом вода, кого тут жажда мучает? А яду не желаете, отличный свежий яд. Займы его, ну дайте грош, отдам при первом случае. А с рылом письменным куда крестил галашный ряд. Вот и приходите на вас, наслаждайте, 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 наслаждайте. Ножки, отличные ножки. Кипит, как настоящий котел. Как же мне здесь нравится. Вот если только не вечное мое беспокойство. Если бы только не думал я, что весь мир несчастен, не только из-за того, что я не придумал еще, как спасти его, то было бы совсем хорошо. И когда девушка, живущая напротив, выходит на соседний балкон, то мне кажется, что нужно сделать только одно маленькое усилие, и все станет ясно. Если есть гармония в море, в горах, в лесу и в тебе, то значит мир устроен разумнее, чем это кажется. А это не будет иметь успеха. Простите? Нет, не будет. В том, что вы бормотали, нет ни тени остроумия. Это что, ваша новая статья? Где же вы? Вы что, я... не узнаете сегодня меня, что ли? Извините, нет. Довольно подшучивать над моей безоружностью. Это не элегантно. Ну где вы там? Я здесь, здесь. Подойдите поближе. Хорошо. Вот я. Кто вы? Я приезжий человек, я живу здесь. О, простите, мои глаза опять подвели меня. А это не 15-й номер? К сожалению, нет. Какое у вас доброе и славное лицо. А почему вы до сих пор не в нашем кругу? Не в кругу настоящих людей? А что это за круг? Это артисты, писатели, придворные. Бывает у нас даже один министр, да. Мы элегантны, лишены предрассудков и понимаем все. Вы знамениты? Нет. Какая жалость. У нас это не принято. Нет, не принято. Но, мне кажется, я готова простить вам это. Из-за того, вы мне вдруг понравились. Вы сядетесь на меня? Нет, нет, я что? Я посижу у вас немного, можно? Да, конечно, пожалуйста. Мне вдруг показалось, что вы именно тот человек, которого я ищу всю свою жизнь. Вам покажется по голосу, по речам. Вот он, тот человек. А подойдет он поближе. Подойдет он поближе. Подойдет он. Подойдите. Подойдите, подойдите.
подойдет он поближе, и ты видишь, что это совсем не то. А отступать уже поздно. Слишком близко он подошел. Ужасная вещь, да? Быть красивой и близорукой. Я сушая мумия, изрядно тело свое ношу. Так неистово и безоглядно счастье взаймы прошу. Вот откликнулся первый мне песен, истошный крик. Подарил мне перстень неверный, изуродованный старик. А за что я с ним повенчалась? Не ответит мне месяц, мне месяц шальной. Каялась и смеялась. На пороге стоит второй, а он раздражает меня. Кто, простите? Тот, к которому я пришла. Он очень нравится всем на свете. Он ужасно беспокойный человек. Он рамон. Я ничего не сказала, отсекла память длинную речь, только строго ему наказала этот перстень до смерти беречь. Отказал мне второй желанный, посмотрел полумесяцем мук, растворился в тумане туман и оставил мне перстень разлук. И ношу я его по свету, если хочешь за эту. За эту зарю, за бессонницу, сказку эту, этот перстень тебе подарю. Зачем же вы ходите к нему в гости? Но он все-таки из нашего круга, из круга настоящих людей. Ну и потом он работает в газете. Вы же знаете, кто я. Нет. Я певица. Меня зовут Юлия Джулия. А да, я знаю. Ваше имя очень знаменитое. А за что я с ним повенчалась? Не ответит мне месяц. Мне месяц шальной. Я каялась и смеялась. На пороге стоит второй. Вы что, доктор? Нет, я ученый. А, отдыхаете здесь? Нет, я изучаю историю вашей страны. А, да, наша страна маленькая. Да, но история ее похожа на все остальные, и это мне очень нравится. Почему? Понимаете, когда долго живешь в одном и том же месте, в одной и той же комнате, и видишь одних и тех же людей, которых сам выбрал себе в друзья, все кажется очень простым, но едва только стоит выйти из дому, и все делается чересчур. Здравствуйте, здравствуйте! Я стоял тут у вашей двери, и анонциата испугалась меня. А, боже мой, что, разве я так уж страшен? Простите, сударь, я разбила стакан с молоком, который несла вам. А у меня вы не просите прощения, анонциата? Вы сами виноваты. Зачем вы притаились у чужой двери и стояли не двигать? Я послушал. Вам нравится моя откровенность, а? Ну что, молчите? Ну, вы ученые, прямые люди. Ну скажите же, нравится ли вам моя откровенность или нет? Не отвечайте ему. Если вы скажете «да», он вас возненавидит. А если скажете «нет», он вас начнет презирать. Юлия, злая Юлия. Вы счастливы, я Цезарь Борджиа. Нет никого на свете, хотя похожего. Пером так не владеет никто другой. Вы, вижу, онемели, поклонник новый мой. И хоть известен я вам как злодей, признаюсь честно, я люблю людей. И хоть известен я вам как злодей, признаюсь честно, я люблю людей. Признаюсь честно, я люблю людей. Я предупредил, господин ученого, что я зайду, а вы блистательная Юлия, но вы ошиблись комнаты, а? Не ошиблась комнаты, я пришла на просто так просили. Но ведь вы же шли ко мне, Юлия!
как раз заканчиваю статью, а вас она понравится вам, не понравится вашим подругам. Да, кстати, вы разрешите статьи получила за пилот, да? Да, конечно, пожалуйста, я был очень рад. Я хотел бы написать статью о вас, а? О, спасибо. Мне это очень пригодится для работы в ваших архивах. Ай, хитрец! Вы слышали, Юля? В архивах не говорите! Я не знаю, зачем вы к нам приехали! А хитрец, молодец! Здесь сидела вовсе не в архиве, да? А в чем? А в чем же, конечно, да! Вы все время глядите вон на тот балкон! Разве я? Да, вы глядите вот этими! А вы думаете, там живет она? Кто? Да не надо! Кто? Не надо быть таким скрытным. Вы ведь ученые, изучаете нашу страну. Стало быть, вы знаете о завещании нашего последнего короля Людовика IX Мечтательного? Дело в том, что я дошел только до середины 16 века. То есть вы ничего не слышали о завещании? Уверяю вас, нет. Тогда зачем? Зачем? Вы просили у хозяина дать вам именно эту комнату? Да потому что здесь жил и работал мой друг, Ганс Христиан Андерсен. А что такое? Да? Что, только поэтому? Даю вам слово, что это так. Да ты вот! Тихо! Блистательная Юлия! Да? Разрешите, я вас лучше провожу. Скажите, а какое отношение имеет моя комната к завещанию покойного короля? О! Очень большое! Позвольте спросить, а что именно было написано в этом таинственном завещании? Я сам имею интерес, с деньгами жить умею и не умею без. Вернуться к трону, надеясь на успех. Я мало что достойней, а я согласней всех. И хоть известен я вам как злодей, признаюсь честно, я люблю людей. И хоть известен я вам как злодей, признаюсь честно, я люблю людей. Признаюсь честно, я люблю людей. Ветеран Цезарь Борджиа, имя которого известно всей стране, должен еще подрабатывать простым оценщиком. Грязком на базе. Ну скажите, как вам моя откровенность нравится, а? Идемте, вы тут уже всем понравились. Он никогда не уходит сразу. Мы еще увидимся с вами. Я буду очень рад. Не радуйтесь. В прежнем времени. Блистательная Юлия, разрешите, я вас провожу, моя хорошая. Ну, смотри, вон вот так, как я не готов. Анонсатор. Скажите, а сколько оценщиков работает в вашем городском ломбарде? Много. И что? Что, все они бывшие людоеды? Да, почти все. Анонсат, что с вами? Почему вы такая грустная? Я просила вас быть осторожным. Говорят, что это певица Юлия Джулита, и это та самая девочка, которая наступила на хлеб, чтобы сохранить свои новые башмачки. Да, но насколько я помню, та девочка была наказана. Да, она провалилась сквозь землю, а потом выкрутилась обратно, с тех пор опять наступает на хороших людей, на лучших падает, да даже на самую себя. И все для того, чтобы сохранить свои новые башмачки, чулочки и платья. Принесу вам новость, так оно. Постойте, анонсатор. Я не хочу пить. Я хочу поговорить. Ой, спасибо вам за это. Скажите, а какое завещание оставил ваш покойный король Людовик IX Мечтатель? Ну, это тайна. Страшная тайна.
Скрывала и читала завещание принцессы в полном одиночестве. И что сказано в этом таинственном документе? Знает весь город. Весь город? И каким же это образом? Никто не может объяснить. Завещание знают все, даже уличные мальчишки. Да и что же в нем сказано? Это, пожалуйста, не спрашивайте. Почему? Я очень боюсь, что завещание — это начало новой сказки, которая может кончиться печально. Анонсят. Но вы ведь знаете, что я приезжий. И завещание вашего покойного короля меня никак не касается. Ну, расскажите, а то получается нехорошо. Я ученый, историк. А не знаю даже таких простых вещей, которые известны любому уличному мальчику. Ну, расскажите. Пожалуйста. Ладно, расскажу. Знаете, когда хороший человек меня просит, я не могу ему отказать. Наша кухарка говорит, что это доведет меня до большой беды. Беда пойдет на мою голову, а не на вашу. Итак, почему вы смотрите на балкон противоположного дома? Нет. Нет, что вы, смотрите, я уселся поудобнее и глаз не свожу с вашего лица. Итак, 5 лет назад умер наш король Людовик IX мечтатель. Ему с премьер-министрами уж очень не везло, ведь каждый о лице творял какое-нибудь зло. Один был вор, другой был плут, а третий интриган. Четвертый дядю отравил, когда напился пьян. Казнив четвертого, король махнул на них рукой и стал театром управлять, надеясь на покой. Не тут-то было, ведь и там за мишурой кулис. Он втянут был в глубокий трип актеров и актрис. Поняв, что этот мир страстей ему не по зубам, он наконец обрел покой в объятиях легких дам. Поскольку честность только там нашла себе приют, где точно то, что обещают, то вам не дают. Где точно то, что обещают, то вам не дают. Но вконец расстроило его здоровье, и у него отнялись ноги. И с тех пор его стали возить в кресле по дворцу, а он все молчал и думал. Вот о чем он думал, он не говорил никому. Изредка государь приказывал подвести себя к окну и, открывши форточку, показывал язык уличным мальчишкам. Они прыгали, смеялись и кричали ему: «Дурачок, дурачок». А потом король составил завещание, а потом умер. Вот. Наконец-то мы подошли к самой сути дела. Когда король умер, его единственной дочери принцессе было 13 лет. Дорогая, писал он ей в завещании. Я был плохой король, я сделал очень мало. Дворцовый воздух сам должно быть виноват. Ты из дворца уйди, начни свой путь сначала. И выполнив наказ, ты возвратись назад. Наказ же вот какой, да совершеннолетия. Ты в городе в тиши инкогниту живи до той поры, пока ты жениху не встретишь.
большой любви. Пусть будет он простым, но умным, добрым, честным. Ему же королем работать много лет. А принцы дураки, я всех их знаю с детства. Исполни, дочь моя, родительский завет. Исполни, дочь моя, что родительский завет. Так он и написал. В точности. На кухне столько раз повторяли завещание. Я запомнила его слово в слово. И что принцесса теперь живет в городе? Да. Ну ее не так просто найти. А почему? Масса плохих женщин сняли целые этажи домов и притворяются принцессами. Стойте. Стойте, а вы что? Разве вы не знаете, как выглядит ваша принцесса в лицо? Прочтя завещание, принцесса стала носить маску, чтобы ее никто не узнал, когда она отправится искать мужа. Скажите, а она... О чем я хотел вас спросить? Впрочем, нет, ни о чем. Вы опять не смотрите на меня? Не смотрю. Как ты не смотрю? Куда же я смотрю? Вон туда. Позвольте, я закрою дверь на балкон. Нет, зачем? Не нужно! И только сейчас стало по-настоящему прошло. Ну, на ночь следует закрывать окна и двери, иначе можно заболеть малярией. Не малярией здесь дело, пожалуйста, не смотрите туда. Смотрите на эту девушку. Вы сердце мне, не сердитесь. Пожалуйста, не смотрите. Стойте. Стойте. Это не так страшно. Я боюсь, что тут дело похуже. Вы думаете? А что, если эта девушка принцесса? Что тогда? Что вы будете делать тогда? Конечно. Вы не слышали, что я вам сказала? Никак. Ведь если... Если эта девушка действительно принцесса, все захотят жениться на ней, вас просто растопчут в тапки. Да, конечно. Я вижу, мне тут ничего не поделать. Какая несчастная девушка, сударь. До свидания, сударь. Никому не позволю тебя обижать. Да. Конечно же, мир устроен разумнее, чем это кажется на первый взгляд. Нет, еще немного. Дня по три работы, и я пойму, как сделать всех людей счастливыми. И все будут счастливы. Да, но только не так, как я. Ведь я только здесь. Вечерами, когда вы стоите на балконе, стал понимать, что могу быть счастлив, как никто другой. Я знаю вас. Вас нельзя не знать. Я понимаю вас, как понимаю луну, погоду, дорожку в горах. Да ведь это так просто. Я не знаю точно, о чем вы думаете. Но знаю, что мысли ваши обрадовали бы меня, как ваше лицо, как ваши губы, ресницы. Спасибо вам за все. За то, что вы выбрали себе этот дом. За то, что родились и живете тогда же, когда живу я. Да нет, что бы я стал делать, если бы вдруг не встретил вас. Страшно подумать. Вы говорите это наизусть? Я... Продолжайте. Вы... Заговорили со мной? Вы сами сочинили все это или заказали кому-нибудь? Простите, но ваш голос так меня поразил, что я ничего не понимаю. Вы довольно ловко увиливаете от прямого ответа. Пожалуй, вы сами сочинили то, что говорили мне. А
А может быть, нет? Ну хорошо. Оставим это. Ой, мне так скучно сегодня. Послушайте, как у вас хватает терпения весь день сидеть в одной комнате? Это кабинет? Что? Простите. Ну, это кабинет, или гостиная, или гардеробная. Может, это одна из зал? Нет, нет, что вы. Это просто комната, моя единственная комната. Вы нищий? Нет, я учёный. Ну, пусть. Вы знаете, у вас очень странное лицо. Да? И чем же? Ну, когда вы говорите, кажется, будто вы лжете. Я действительно не лгу. Да все люди лжецы. Неправда. Правда. Нет, ну может, конечно, вам и не лгут, у вас вам всего лишь одна комната. А мне? Да мне вечно лгут. Мне так жалко себя. Говорите, разве вас обижают? Притворяйтесь внимательным и добрым. Что, мне даже хочется пожаловаться вам. Разве вы так несчастны? Не знаю. Да. Почему? Так, все люди негодяи. Нет. Нет, вы не должны так говорить. Да так говорят только те, кто выбрал самую ужасную дорогу в жизнь. Они безжалостно душат, грабят, убивают, клевещут. Того же лет ведь все люди негодяи. Так зачем все? Нет. Вы было хорошо. Вы знаете, я безумно боюсь превратиться в лягушку. Как в лягушку? Ну, вы слышали сказку про царевну лягушку? Да. Так ее неверно рассказывают. Я это точно знаю. Царевна лягушка моя тетя. Тетя? Твою. Так вот, рассказывает, что царевна лягушку поцеловал и полюбил человек, несмотря на ее безобразную наружность, так? Да, насколько я помню. А на самом деле, тетя моя была прекрасная девушка. И она вышла замуж за негодяя, который только притворялся, что любит ее. И поцелуи его были так холодны и так отвратительны. В скором времени прекрасная девушка превратилась в холодную и отвратительную лягушку. Нам, родственникам, было очень неприятно. Говорят, что такие вещи случаются гораздо чаще, чем можно предположить. Это ужасно, не правда ли? Да, это очень интересно. Ну, вот видите, а мне ведь тоже придется выйти замуж. Послушайте, вы, наверное, знаете, что не все люди негодяи. Я совершенно точно это знаю, ведь я историк. Вот бы было хорошо. А впрочем, я не верю вам. Почему? А я вообще никому и ничему не верю. Да нет, этого не может быть. У вас такой здоровый цвет лица. У вас такие живые глаза. Да не верит ничему, это смерть. Я все понимаю. Нет. Все понимать, это тоже смерть. Да все на свете одинаково. И те правы, и эти. А на самом деле мне все безразлично. Вы не должны так говорить. Да все безразлично, это еще хуже смерти. Как же вы меня огорчали. Да мне все равно. Ой, а мне все равно, оказывается. Теперь вы не будете смотреть на меня? Нет, я буду. Понимаете, все не так просто, как вам кажется. Мне казалось, что ваши мысли гармоничны, как и вы, но вот они передо мной, и они вовсе не похожи на те, которые я ждал. Все-таки я люблю вас и... Любите? Да. Я люблю вас. Нет. Ну вот. Я все понимала
Я ни во что не верила. Мне все было безразлично, а теперь все перепуталось. Послушайте, я люблю вас. Да уйдите вы или нет, лучше я уйду. Но если вы завтра осмелитесь не прийти сюда, я прикажу. Да нет, я просто огорчусь. Я даже не знаю, как вас зовут. Меня зовут Христиан Дрябова. До свидания, Христиан Дрябова. Не улыбайтесь. Не думайте, что вы так ловко обманули меня. Нет, нет, не огорчайтесь. Я говорю это просто так. Ну, когда вы мне так вдруг сказали, что любите меня, стало так тепло. Хоть я и вышла на балкон в кисельном платье. Не смейте говорить со мной! Довольно! Скажите еще хоть слово, я заплачу! Какая я несчастная девушка, сударь! Ну, мне казалось, что еще миг, и я все пойму. А теперь мне кажется, что еще миг, и я запутаюсь совсем. И все-таки эта девушка действительно принцесса. Все люди негодяи, мне все безразлично. Ее... Нет, она... И все-таки вдруг стало тепло, когда я признался, что люблю ее. Значит, крови в жилах у меня все-таки достаточно. Но нет, нет, я уверен. Я уверен, что все кончится прекрасно. Моя добрая, послушная тень. Ты так покорно лежишь у моих ног. Взяла бы ты тень, да и пошла туда, к ней. Ну! Что тебе стоит? Взяла бы ты и сказала мне. Мой господин любит вас. Любит так, что все кончится прекрасно. Ну же! Ну же, ступай! Анонсатор, вы, кажется, были правы. Ты была принцесса? Нет, нет, я кажется, заболел. Отец! Не ори! Знаешь ведь, что отец стоит за дверью и все подслушивает. Ты не заметил. Тоже ли, родного отца не замечает. Сударь, разрешите, я вам помогу прилечь? Нет, нет. Пожалуйста, не прикасайтесь ко мне. Не бойтесь меня, я вас не съем. Я не знаю, я вдруг так ослабел, и я сейчас прилягу. Смотри. У него нет тени. Да, действительно. Проклятый Джинбль, ты как его угораздило? Пойдут разговоры. Подумают, что это эпидемия. Так, беги за доктором. Тот уложит дурака в постель недели на две, а тем временем у него вырастет новая тень. Беги. Человек без тени — это одна из самых грустных сказок на свете. Я сказал, беги! Хорошо, что это... Занят. Женщины ничего еще не пронюхал. Я вас приветствую, коллега, что опустили нос. Держу я нос всегда по ветру, а вас откуда черт принес? Пора привыкнуть, что я рядом и слышу все вокруг. Так значит, побери вас, дьявол, слыхали этих двух? Сомнений нет, она принцесса Цеза, а этот тип каков? И соблюдая наши интересы, я съесть его готов. Его бы тенью подружиться, она поможет нам. Она вовеки не простит, что за ним бежала бабушка.
капитан. Всегда у ног его стелилась, и вот тебе реванш. Она его, уверен, выдаст, он скоро будет наш. Сомнений нет, она принцесса, принцесса, а это тип каков. И соблюдая наши интересы, если я съесть его готов. Ха! Что вы тут делаете? Дочь! Уходите отсюда. Пойдемте к нам, там нам никто не помешает. Что, доктор? Бежит бегом, говорит, серьезный случай. Хорошо, прошу. Прошу. Как я и знала. Так и знала. Лицо спокойное, доброе. Будто он просто спит. И видит во сне, как гуляет в лесу под деревьями. Нет, не простят его, что он такой хороший человек. Что-то будет. Свет в парке! Стол! Ставьте туда. Кресло рядом. Поставьте на стол шах. Ну вот, теперь все готово для заседания. А, скажите, господин мажордом, а почему господа министры создают здесь, в парке, а не во дворце? Потому что во дворце есть стены. Понял? Нет. А у стен есть уши. Теперь понял? Теперь понял. Тот! Положи подушку на то крест. Это для господина первого министра? Нет, это для господина министра финансов. Он тяжело болен. Один негодяй в прошлом году решился отравить господина министра финансов. Вся семья его происходительства изволила скончаться в страшных мучениях. И сам он с тех пор еле жив, хоть и заработал на этом 200% чисто. Итак, все готово. Кресло, шахмы. Сегодня здесь состоится особенно важное совещание. А почему вы думаете? Потому что встретятся всего два главных министра. Первый и... финанс. Во-вторых, они будут делать вид, что играют в шахматы, а не заседают. А всем известно, что это значит. Кусты наверняка так и кишат любопытными. А вдруг любопытные подслушают и узнают то, что говорят господа министры? Любопытные ничего не узнают. Почему? Потому что господа министры понимают друг друга с полуслова. Вот скажи, много ты поймешь полуслова? Они идут. Я так давно служу при дворе, что моя поясница сама с головой сгибается при когда они подходят. Я еще не вижу, не слышу, а уже кланяюсь, поэтому ты ей главный. Поняли? Кланяйся же. Ниже. Ниже. Незаметно уходит. Здоровье. Отвра. Дела. Очень плохо. Почему? Конкурия! Слыхали о принцессе? Да мне зашла. Этот приезжий ученый похитил ее сердце! Вы все двери заперли, когда мы уходили! Все ваши превосходительства! И шумную! Так точно, ваше. И медную! Так точно! И железную! Так точно, ваше. И капканы расставили, да? Помните? Вы жизнью отвечаете за малейшую пропажу! Помним, ваше превосходительство. Идиотки. Да.
сведениям дежурных тайных советников, принцесса третьего дня долго глядела в зеркало, потом заплакала и сказала: «Ах, почему я пропадаю напрасно?» О-о-о. И в пятый раз послала спросить о здоровье ученого. Пятый? Да. Узнав, что особых изменений не произошло, принцесса топнула ногой и прошептала: «Черт побери! Черт побери! А сегодня? А сегодня она назначила ему свидание в парке!» Как вам это нра? Совсем мне это не нра. Да кто? Кто он, этот ученый? Эх, он изучен мной до тонкостей. Вор! Хуже! Шантажист! Еще хуже! Авантюрист, хитрец, лавкач! Ах, если бы! Да, да кто же он, наконец? Простой, наивный человек. Шах! Королю. Рокируюсь. Шах королеве! Бедная принцесса. Хитреца бы мы перехитрили. Ловкача обманули бы. Вора посадили бы. А этот? Поступки простых и честных людей бывают чересчур загадочны. Во-во-во-во-во! Поэтому его надо или ку, или у. Да, другого выбора у нас нет. Да! Скажите, скажите, величие, в городе уже обо всем броню. Еще бы нет. Броню. Я так и знал. Вот отчего благоразумные люди переводят золото за границу в таком количестве. Вы вспомните, одно завещание короля вызвало 7 банкротств, 7 самоубийств, и все ценности упали на 7 пунктов. А сейчас вы вообразите, что начнется сейчас. Господин первый министр, слышите, никаких перемен! Жизнь должна идти ровно, как часы! Кстати, который час? Свои золотые часы я переправил за границу. Не могу же я ходить в серебряных. Пойдут слухи, что я разорился, это вызовет окончательную панику в деловых кругах. Жаль, в нашей стране совсем не осталось золота. Его больше, чем надо. Откуда? Из-за границы. Из-за границы? Да. Заграничные деловые круги переводят золото к нам по своим заграничным причинам. Вот так вот мы и живем. Итак, на чем мы с вами сговорились? Ученого мы купим или убьем? Да. Но каким образом мы это с вами сделаем? Да. Самый деликатный. Да. Поскольку в дело замешано такое чувство, как любовь. Так, любовь? Да. Я предлагаю разделаться с господином ученым при помощи дружбы. Дружба? Да. Друг знает, что он ненавидит. Да. Чем его можно купить, и что для него чистая смерть. А теперь внимание. Я распорядился в канцелярии добыть друга. А? Идиот! Идиот! Ученый у нас кто? Кто у нас ученый? Кто? Он приезжий, вот кто! Следовательно, друга придется выписывать он из-за границы. А по какой графе я приведу этот расход? Любое нарушение сметы вызывает у нашего главного бухгалтера горькие слезы. Он опять впадет в свое это бредовое состояние и на некоторое время прекратит выдачу денег вообще всем, даже мне, даже вам. Да? Да. Не, ну это неприятно. Но судьба всего королевства поставлена на карту. Как же быть? Я не знаю. А кто знает? Я знаю. Поздравляю, это уже началось. Позвольте, дорогой коллега, если это когда-нибудь начнется, то не в дворцовых лакеях. Да? Так это не бунт. Нет, это не бунт, это обычная дерзость. Кто вы? Я друг ученого, я лучший друг его. Мы не расставались с ним с колыбели до последних дней. Послушайте меня, любезный друг. Что? Вы что, не видите, с кем вы разговариваете? Вижу. Тогда почему вы не обращаетесь к нам? Друг. Ваше превосходительство. Прошу прощения, ваше превосходительство.
Вдруг это я уже понял. Я помню. Хорошо. Эти подставки нужны. Лучше. Так, начнем. Ножку, ножку. Мы приезжие. Я появился на свет в этом городе. Да. И тем не менее, вы утверждаете, что вы являетесь другом приезжего ученого. Я именно тот, кто вам нужен, ваше превосходительство. Я знаю ученого как никто, а он меня совсем не знает, ваше превосходительство. Странно все это. А позвольте мне сказать, кто я, ваше превосходительство. Говорите. Наконец. Он озирается. Ну говорите, что вы озираетесь? Позвольте мне написать на песке, ваше превосходительство. Пишите, будьте любезны. Что вы сказали? Что подходя. Да. Но! Будьте осторожны. Кто там? Соломит С. Что? С. Я здесь. Кто вас устроил на службу во дворец? Господин Пьетро и господин Цезарь Борджиа. Ваше превосходительство. Да. Вам знакомы эти имена? Да-да-да, они вполне надежные людоеды. Да. Ну что же, отойдите, любезный друг. Да. Подойдите. Подойдите. Мы подумали и решили взять вас на службу в канцелярию первого министра. Отлично, ваше превосходительство. Вы знаете, мне кажется, что с ученым надо действовать так. Стоп! Да вы с ума сошли! Собирайтесь начинать действовать, пока ваше назначение еще не оформлено! Да вы что, не знаете, что такое тайная канцелярия? Простите, ваше превосходительство. Хорошо. Ну вот, сюда идут курорты, я не могу вам помешать. Ну, найдемся со мной. Скажите, доктор, что мне делать с ней? С коленкой своевольною моей. Все так прекрасно, она грустит. И этим портит мой цветущий вид. Коленки две? Какую вы имеете в виду? Вот эту вот. Ах, эту? Покажите-ка. Ага, сочувствую. Но думаю, сама пройдет. Мой случай, доктор, это не пустяк. Я принял 40 ванн. И что не так? Шатенок я всегда предпочитал, а после ванн к ним равнодушным стал. Теперь люблю блондинок. Доктор, он не заболел. Теперь люблю блондинок. Ну, отрубите живот. Сочувствую, но думаю, само пройдет. Скажите, доктор, это что со мной? Ко мне приходит мысль дневной порой. В конце обеда перед блан-манже я стала беспокоиться уже. Какая мысль? Уйти от всех и там в тиши найти пустынный грот и там молить. Только и всего сочувствую, но думаю, само пройдет. Господа, господа, позвольте вам напомнить, что лечебный час кончился. Сестра развлечения, приступайте к своим обязанностям. Кому дать мячик нужен, господа? А вот скакалка очень укрепляет. А обруч покрутите ведь иногда. Да-да, для счастья лишь его нам не хватает. Салочки мы прыгаем сейчас, а в кошки-мышки палку-выручалку. Играйте и ликуйте, ведь для вас нам ничего не жалко. И все за мной, мои спортивные. Постойте, что? Он сейчас купил целый лоток леденцов. Да, но я роздал их уличным мальчишкам. Но все равно, разве можно больным покупать сладости?
Здравствуйте, Ваша. Здравствуйте. Встаньте против солнца. Ну вот, ваша тень выросла до нормальных размеров. Как и следовало ожидать. На юге все так быстро растет. Как вы себя чувствуете? Доктор, я чувствую, что совершенно здоров. И все-таки я выслушаю вас. Не надо снимать жилет, у меня чуткие уши. Вздохните. Глубоко вздохните. Тяжело вздохните. Еще раз. Вздохните с облегчением. Еще раз. Посмотрите на все сквозь пальцы. Махните на все рукой. Еще раз. Что скажете, доктор, как идут его дела? Плохо. Как плохо, он говорит, что совершенно здоров. Да, он здоров. Но дела его идут плохо и пойдут еще хуже. Пока он не научится смотреть на все сквозь пальцы, пока он не махнет на все рукой. Что же делать? Ну. Знаете, я упрямая, я все равно не отстану. Скажите, что ему нужно делать? Беречься. А он улыбается? Да, это бывает. Знаете, доктор, он ученый. Угу. Он умный. Он старше меня. Но иногда мне хочется его просто отшлепать. Пожалуйста, поговорите с ним. Но вы же видите, он даже не хочет со мной разговаривать. Он уткнулся носом в свои бумажки. Сударь, доктор хочет поговорить с вами, а вы его не слушаете. Как не слушаю, я все слышу. Что вы на это скажете? Что я скажу? Я скажу, что... Сударь! Послушайте, я никак не могу найти, как же она здесь написала. Всегда с вами или навсегда с вами? Я застрелю вас. Что? А, да, конечно, пожалуйста. Не Христиан Теодор, ведь вы же ученый. Выслушайте же меня, наконец, коллега. Тем более я ваш товарищ. Да, простите. В народных преданиях о людях, потерявших свою тень. В монографиях Шемисо вашего друга Ганса Христиана Андерсена говорится, что каждый... Доктор, давайте не вспоминаем, о чем там говорится. Скажите мне, как доктор, вы собираетесь жениться на принцессе? Ну, конечно. А я слышал другое, что вы мечтаете как можно больше людей сделать счастливыми. Но это тоже верно, доктор. И то не может быть верным. А это почему? Да потому что, женившись на принцессе, вы тут же станете королем. Да в том-то и дело, что я не буду королем. Да как вы не понимаете, принцесса любит меня и уедет со мной. А корону мы отвергнем. И я объясню самым непонятливым, что королевская власть бессмысленна и ничтожна. И люди поймут вас. Доктор, ну конечно же поймут. Ведь я докажу им это живым примером. Рыбки варят, полосатики варят. Князь, ты уже у меня, могу выгонять. А ну, поглядь, молодец. Кому нас мяч нужен? Вот так. Ой, вот скакалка, очень укрепляется. А вот почему противник идти на газ. Для счастья лишь его нам не хватает. Разыграй! А всталочки? Побыли их сейчас? А сложки вышки, палку поручалку, ну давай, давай, играйте, ликуйте для вас. Нам ничего не жалко. И эти тоже поймут вас. Ну конечно, доктор. В каждом человеке есть что-то живое. Нужно его за это живое задеть. Вот и все. А, ну, я-то их лучше знаю. Они у меня лечатся. А чем они больны?
сытости в острой форме. А это что, опасно? Да, для окружающих. И чем? Сытость овладевает даже достойными людьми. Человек честным путем заработал много денег. И вдруг у него появляется зловещий симптом. Особый, беспокойный, голодный взгляд обеспеченного человека. Вот тут ему и конец. Отныне он бесплоден, слеп и жесток. А вы не пробовали просто все им это объяснить? Вот от этого я и хотел предостеречь вас. Горе тому, кто попробует заставить их думать о чем-нибудь другом, кроме денег. Это их приводит в настоящее бешенство. Слушайте, смотрите, где мои жены, когда я с тобой. Смотрите, доктор, они веселы! Да, отдыхают! Да. Вот вы, наконец! Вы совсем здоровы? А, Юля? А, это вы, доктор. Да, это я, Юля. И что вы смотрите на меня, как влюбленный заяц? Убирайтесь. Христиан Теодор, где же вы? Да, я здесь. Вот это вы, ну! Как я рада видеть вас. Ну, и что вам сказал этот ничтожный доктор? Он сказал, что я совершенно здоров. А? Почему вы называете его ничтожным? Ах, я любила его когда-то. А потом таких людей я ужасно ненавижу. Понимаю. Наверное, это была несчастная любовь. Хуже. У этого самого доктора безобразная и злая жена, которой он смертельно боится. Целовать его приходилось только в затылок. А он все время оборачивался и глядел, не идет ли жена. Ну, довольна о нем. Я пришла сюда для того, чтобы предостеречь вас, Христиан Теодор. Вам грозит беда? Да не может быть, ведь я так счастлив. Но все-таки вам грозит беда. Сударыня, я молю вас, не надо улыбаться. Ну, не поймем, вы серьезно говорите или шутите. Можем даже погибнуть из-за этого. Не обращайте внимания на то, что я улыбаюсь. В нашем кругу, в кругу настоящих людей, всегда все улыбаются. Ведь тогда, что бы ты ни сказал, все можно перевернуть и так, и это. Но я говорю серьезно, к вам, Христиан Теодор, вам грозит беда. Ну хорошо, и какая? Я говорила вам, что в нашем кругу бывает один министр. Да. Это министр финансов. Он бывает в нашем кругу из меня. Ну, он делает мне предложение все время, и я все время думаю, да или нет, нет или да. Он, сударыня, он ходить-то не умеет. Его водят прекрасно одетый лакей, ведь он так богат. Так вот, я сейчас встретила его, и он спросил меня, куда я иду. Услышав ваше имя, он поморщился, Христиан Теодор. В нашем кругу мы все владеем одним собственным. Мы изумительно умеем читать по лицам сановников. И даже я при моей близорукости только что прочла на лице министра, что против вас что-то затевается. Ну и пусть затевается. Ах, вы меня испортили за эти две недели. И зачем я только навещала вас? Я превратилась в сентиментальную мещанку. Аннунциата, уведите его! Зачем? Зачем? Сейчас сюда придет министр финансов, и я пущу в ход все свои чары, и узнаю, что против вас затевается. Я даже благодарю вас, сударь. Ни слова больше, если вы действительно мне благодарны. Я даже попробую спасти вас, Христиан Теодор. Пойдемте, Христиан Теодор. Ни слова больше, если вы действительно мне благодарны. Иди, если вы так любите свою принцессу. Вы не знаете, что сейчас сюда должна прийти принцесса. Да у вас еще час времени! Идите, если вы так любите свою принцессу, и жалейте меня. Идите. Ну хорошо. Как же было бы я беспокоен? И только я один знаю, да все кончится прекрасно. Он идет, сударыня моя. Да тише, я же сказала, что буду. Быстрее. Опоздали, девчонки. Смотрите меня. Юлия! Я уже это тут.
состоите. Поза, располагающая к легкой, остроумной болтовне. Юля, я хочу вас обрадовать. Вам легко это сделать? Цирцея, нимфа, Афродита. Да, да, да. Мы только что говорили о вас в канцелярии первого министра. Шумные. Да. Уверяю вас, уверяю вас. И мы сошлись на одном, что вы умная и практичная нимфа. Куртизаны. Да, да, да. И что именно вы поможете нам в одном деле. Да. Говорите, в каком? Если оно не трудное, то я готова для вас на все. Да. Ерунда, ерунда, пустяк. Вы должны нам помочь уничтожить одного приезжего ученого по имени Христиан Теодор. Вы, мне кажется, знакомы, да? Так что нам поможете? Позу крайнего удивления. Юлия, я крайне удивлен. А почему молчите, как будто не знаете, что мне надо? А я действительно не знаю, что вам надо ответить. А эти две недели просто хуже меня. Я не понял. А я сама себя не понимаю. Так это что, отказ? Позу крайнего возмущения! Я крайне возмущен, госпожа Юлия Джуми! Да что это значит, Да уж не влюбились ли вы в этого нищего мальчонку? Тихо! Молчать под суд! Так подождите! Не подожду! Завтра же в газетах напишут про вас все! Разберут по косточкам вашу фигуру, вашу манеру петь, вашу манеру одеваться! Топнуть ногой! Идиотки, я хочу топнуть ногой! Прощайте, бывшая знаменитость! Взгляните на меня! Да! Потрудитесь называть меня ваше превосходительство! Взгляните на меня, ваше превосходительство! Неужели вы не понимаете, что вы для меня всегда больше мужчина, нежели министр финансов? Я не понял. Я мужчина. Мужчина. Я вам не верю. Но за крайнего смущения быстро. И за крайне смущен. Ну вот. Даю вам слово. Да? Даю. Число. А разве можно мужчине сразу сказать «да»? Спокойно. Так что вы действительно теперь мне скажете «да»? Теперь я отвечу «да»? Цирцея, обнять ее, обнять! Куда идет? Я хочу обнять ее! Крокодилесы, прости! Браво, Юлика! Браво! Завтра! Дело за... Прожнашу себя вашим главным покровителем! Отделе! Теперь отделе! Итак, через некоторое время вы застанете здесь ученого, оживленно беседующего с чиновником особо важных дел, и вы уведете его отсюда минут на 20, вот и... Все. Все. Да, видите, а эти 20 минут? Погубят его окончательно! Дайте мне вашу ручку. Что такое? Пойдемте, я вам куплю колечко несметной ценности. Пойдемте. Теперь я ваша сложа. Держите меня. Догоняйте меня. Не упахивайте, голубка моя. Я догоняю быстрее, крокодилицы. Юлия. Вы
Не узнаете меня? Нет, простите, нет. А, посмотрите. Вот. Что такое? Мне кажется, что я знаю вас и знаю давно. Но... Ведь мы столько лет прожили вместе. Что вы такое говорите? Доверяю вас. Я следовал за вами неотступно, но вы лишь изредка бросали на меня свой небрежный взгляд. Ведь я часто бывал выше вас. Я поднимался до крыш самых высоких домов. Обыкновенно это случалось в лунные ночи. Так значит, вы моя тень? Шшш! Я ваша тень. Ну, почему вы так недоверчиво смотрите на меня? Ведь я всю жизнь со дня вашего рождения был так привязан к... Нет, нет, что вы, я... А вы просто... сердце за то, что я покинул вас? Но ведь вы сами просили меня пойти к принцессе. Я немедленно исполнил вашу просьбу. Неужели вы думаете, что после целой жизни, прожитой в такой тесной дружбе, я мог бы вдруг стать вашим врагом? Да что вы, ну что вы, садитесь, садитесь, старый приятель. Вы знаете, я болел без вас, а вот теперь совершенно здоров и чувствую себя прекрасно. Сегодня такой чудесный день. И вот что я вам скажу, хотя я не люблю таких слов, но вы просто тронули меня. А вы? Что вы делали все это время? Нет. Постойте. Давайте сначала... перейдем на ты. Я оставался твоей тенью. Вот что я делал все эти дни. Я не совсем тебя понимаю. Ну, ты послал меня к принцессе. Я сначала устроился помощником лакея во дворце, потом поднимался все выше и выше. И с сегодняшнего дня я чиновник особо важных дел при первом министре. Бедняга. Я представляю, как тебе было тяжело среди этих людей. А зачем ты это сделал? Ради тебя. Как ради? Христиан, ты даже не представляешь, какой страшной ненавистью окружен с тех пор, как ты полюбил принцессу, а принцесса тебя. Все они готовы съесть тебя, если бы сегодня же, если бы не я. Да что ты такое говоришь? Я среди них, чтобы спасти тебя. Они доверяют мне. Они поручили мне дело номер 8989. Ну и что же это за дело? Это дело о замужестве принцессы. Да нет. Нет, этого не может быть. И счастье наше, что это дело находится в верных руках. Я только что разговаривал с первым министром. Мне приказано тебя купить. Купить? Меня? Ну и за сколько? Они предлагают тебе славу, почет и богатство, если ты откажешься от принцессы. Хорошо, а если я просто не соглашусь? Тебя убьют сегодня же. Да нет, нет, я никогда не поверю, что могу умереть, особенно в таком... Христиан, друг мой, брат, поверь, они убьют тебя! Да разве я не знаю, что ты живой, настоящий человек? Для них ты препятствуй ни дня, ни колоды. Послушай меня! Еще и солнце не зайдет, как ты будешь уже мертв! Хорошо. Хорошо. И что же ты предлагаешь мне сделать? Подпиши это. Я, вижу подписавшийся, решительно, окончательно и бесповоротно отказываюсь вступить в брак с наследной принцессой королевства, если взамен этого мне будут обеспечены слава, почет и богатство. Ты что? Ты что, серьезно предлагаешь подписать мне это? Подпиши, если ты не мальчик, если ты настоящий человек. Да что с тобой? Христиан, да пойми же ты, у нас нет другого выбора. С одной стороны мы трое, а с другой полиция, армия, министры. Все чиновники королевства, послушай меня, эта бумажка их успокоит. Сегодня вечером ты наймешь карету. За тобой не будут следить. А потом в лесу к тебе присоединимся мы, я и принцесса.
Через полчаса мы уже свободны. Пойми, ты свободны. Подпиши. Хорошо. Послушай, сейчас сюда должна прийти принцесса. Я посоветую с ней, если она не против, я все подпишу. Христиан, нельзя ждать! Услышь меня! Ужасно мучиться. Нет. Это не они убийцы. Это ты. Убийца. Отказываясь подписывать этот жалкий документ, ты убиваешь меня, своего лучшего друга. Я уже не говорю про бедную беззащитную принцессу. Разве мы сможем пережить твою смерть? Постой! Хорошо, давай, я подпишу. Я подпишу, только слушай, я никогда больше не буду подходить так близко к отцу. Ты правильно сделал. О, а вот и королевская печать. Помогите мне! Ну как? Послушайте, вы не шутите? Нет, разве я улыбаюсь? А это по привычке. Идемте со мной, идемте, немедленно! Сейчас сюда должна прийти принцесса. Дело идет о жизни и о смерти. Ах, я, кажется, понимаю, в чем здесь дело. Вы, наверное, узнали у министра финансов, какая беда мне грозит, и пришли сюда, чтобы предупредить меня. Спасибо вам, Юлия, но я все уже знаю. Вы ничего не поняли. Ну и оставайтесь тут. Я вовсе не собираюсь быть сентиментальной мещанкой. Я вовсе не собираюсь предупреждать вас. Христиан Теодор, дело касается меня. Христиан, простите. Хотите, я стану перед вами на колени? Ну что? Христиан, нужно идти, иначе я погибла. Хорошо. Я только скажу пару слов своему другу. Да. Слушай, сейчас сюда должна прийти принцесса. Скажи ей, что я прибегу через пару минут. Случилось какое-то несчастье. Я не могу отказать этой женщине. Да, иди спокойно, я все объясню принцессе. Идемте же скорее. Идемте. Иди, ни о чем не беспокойся, я все объясню. Проклятая привычка. Мне все время... Хотелось повторять каждое его движение. У меня болят руки, ноги, шея. Так. Пункт 4 выполнен. Ну где же? Ну почему его нет здесь? Все-таки я принцесса, и я не умею ждать. Да что же это такое? И вы? Ну чего уставились на меня во все глаза? Я должен заговорить с вами, но я не смею, принцесса. Да кто вы такой? Я его друг. Чей? Я... Друг того, кого вы ждете, принцесса. Правда? Так чего же молчите? Я боюсь, мой ответ может показаться вам дерзким, принцесса. Ничего говорить. Я молчал, потому что ваша красота разила меня, принцесса. Ну, это вовсе не дерзость. Он вас послал ко мне? Да, он просил передать, что очень важное дело задержало его, но все благополучно, принцесса. Но он скоро придет? Да. Ну, мне снова стало весело. А вы? Да, вы. Вы будете занимать меня до его прихода. Мне неловко напоминать вам, но все-таки я принцесса.
И я привыкла, что в меня занимали. Хорошо. Я буду рассказывать вам сны, принцесса. Ваши сны интересны? Я буду рассказывать вам ваши сны. Мои? Да. 3 дня тому назад приснилось вам, что утлой лодкой по морским волнам поплыл гонимый ветром ваш дворец. И близится уж гибельный конец, вы крикнули в испуге христиан. Но тут же миг рассеялся туман, он появился, вашу руку взял. Но тут же лес вокруг столей не встал. Из чащи на поляну вышел волк, который сделал острым зубом щелк. Но тут же, как котенок мирный лег, свернувшись калачом у ваших ног. Что слышу я, возможно ли такое? Ведь я сама забыла этот сок, как смог он в сердце заглянуть чужое, закрытое со всех сторон. А вот еще один! Вы на коне во весь опор несетесь по стерне, но вскоре начался прекрасный луг. Чудесные цветы росли вокруг вдруг. Пение птиц послышалось вдали. Волнение сдержать вы не смогли. И слезы потекли из ваших глаз, и счастье облаком накрыло вас. Он рассказал про мой испуг, про волны, про волка в чаще сказку на коне. Ой, этот взгляд тепла и тайны полный. Кто скажет, что же делать мне? И что еще ему уже известно? Уже я вся прозрачна для него. И страшно мне, и очень интересно. Я знаю лучше, чем свои. Я встретил вас сегодня не случайно. Меня к вам вел огонь любви. Довольно? Я вдруг очнулась. Сейчас же стража возьмет вас, и вы будете обезглавлены ночью. Простите это! Он добрый человек, он милый человек, но он мелок! Он угорел сбежать с ним из дворца, потому что боялся стать королем, ведь это так опасно. И он продал вас, трус! Я не верю. Это королевская печать. Я обманул вашего ничтожного жениха! Я взял вас с бою, видите, отрубить мне голову! Да вы не даете мне опомниться! О чем же мне знать? Может, и вы не любите меня? А сны? Принцесса, сны? Как я мог узнать ваши сны? Ведь только любовь может творить такие чудеса. Проникли, сказать ли сразу да, повременить ли? Решилась я и вам себя вручаю. Ну что, расселись? Вот счастье, да? Нам сверху интересно за жизнью наблюдать, о чем почти бесплатно мы можем рассказать. Но мы везде пролезем, узнаем обо всем, расскажем вам за Лёшей, что где кому почем. Расскажем вам за Лёшей, что где кому почем. Вот видим мы из окошка, приважный господин идет куда ответим, за грошек за один.
он видит, да не слышит, и знаю только я. Кому дают отставку, кого дерут мужья? Кому дают отставку, кого дерут мужья? Вот говорят, что первый-то жених хороший человек, нравом тих. Хороший, вы слыхали только звон таких балбесов. Поискать, как он бумагу подписал за миллион. О чем бумага-то? Ну ты, сестра, даешь быть королем. Ему, как сердце, нож, и из дворца умчался во всю прысь. Его ж за это мало утопить. Он, да, как мы, попробовал бы жить. Вот пошел бы на такое. Без короля совсем нам было плохо. Но началась счастливая эпоха. Не знаем, как мы жили до сих пор. Да здравствует король наш Теодор. Да здравствует король наш Теодор. Что кричите, раскраснелись даже. Ты что, болван, совсем не видишь, там начальник стражи. Мы очень плохо жили до сих пор. Да здравствует король наш Теодор. 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 Что новенького? Ничего, все тихо. Да, в бою задержали. За что? Один вместо «Да здравствует король!» кричал «Да здравствует корова!» Ну, а второй? Второй мой сосед. Ну, а его за что? Да ничего, собственно, характер у него поганый. Мою жену прозвал Дыни. Я до него давно добираюсь. А у вас-то как, господин начальник? Все хорошо. Народ ликует. Разрешите заметить, господин начальник? Да. Сапоги. А что за? Опять забыли переменить сапоги. Шпоры так извинят. Да. Какая оказия. Народ догадывается, кто вы. Видите, как стало пусто вокруг. Да, действительно. Я вижу, капрал, ты человек свой, и тебе можно довериться. Я тебе признаюсь, я нарочно пришел сюда в сапогах со шпорами. Быть того не может. Да? А то наслушаешься здесь такого, что потом не спишь ночи три. Да, это бывает. А в сапогах надо поспокойней, капрал. Ходишь себе, позваниваешь, побрякиваешь, и слышишь только то, что положено. Да, это точно. Да, им-то там в канцеляриях легко, ведь они дело с бумажками имеют. В канцелярии с бумажками. А мне каково с народом? Да уж, народ. Я тебе скажу. Народ, он живет сам по себе. Да что вы. Можешь мне поверить. Тут государь наш празднует коронование. Предстоит высочайшая свадьба. Высочайших особ. А народ что себе позволяет? Многие парни и девки целуются буквально в двух шагах от дворца и при этом ищут уголки потемнее. В доме номер 6 жена портного вдруг решила рожать. Во дворце такое событие, а она орет, как ни в чем не бывало. В доме номер 8 старый кузнец вдруг взял телефона. Во дворце такое радостное событие, а он лежит в гробу и ухом не ведет. Это не порядок. В каком номере рожает? Я оштрафую.
Не в этом дело, капрал. Не в этом. Меня вот что настораживает и пугает. Что за неблагодарность? А вдруг вот они вот так вот все вместе разом? Капрал, я ничего. Ты, милый, где стоишь? Рассуждаешь? Разболтался? Жан-Жак Руссо! Который час? Без четверти 12. Ты помнишь, что ты говорил? 13 в полночь. Так точно, господин начальник. Так. Немножко успокоюсь, потом убираю бумажки, потом мысли в порядок. А ты тут объяви, пожалуйста, все, что положено. Так точно, господин начальник. Никогда в жизни голова моя не работала так ясно. Я вижу и все фонарики разом и каждый в отдельности. И я люблю. Я люблю все фонарики разом и каждый в отдельности. К утру вы погаснете, друзья мои, но это ничего. Вы не жалеете об этом. Все-таки вы горели весело. А этого у вас никто не сможет отнять. Кристиан Теодор! Что это? А! Да ведь это наш доктор. Вы меня так легко узнали? Отойдем в сторонку. Отвернитесь. Это звенит у меня в ушах. А мне показалось, что шпоры. Не сердитесь на меня, у меня и такая большая семья. Ну, что вы, доктор, я не сердюсь. Скажите мне, как доктору, вы решили сдаться? Нет, я должен пойти к ним и сказать все, что я знаю. Но ведь это безумие. Возможно. Умоляю вас, сдайтесь. Не могу, доктор, не могу. Так, тогда вам отрубят голову. Не верю. Доктор, с одной стороны жизнь, а с другой тень. Да, все мои познания говорят о том, что тень может победить только на время. Но ведь мир держится на нас, на людях, которые работают. Прощайте, доктор. Постойте. Ведь вы не знаете, и никто не знает. Я сделал великое открытие. Я нашел источник живой углекислой воды тут недалеко, рядом с дворцом. Вода эта вылечивает все болезни, какие есть на свете. И даже воскрешает мертвых, если это хорошие люди. И что из этого вышло? Министр финансов приказал закрыть источник. Если мы вылечим всех больных, кто там будет ездить? Я боролся с министрами, как бешеный. Но на меня двинули чиновники. А им все равно, что жизнь, что смерть, что великие открытия, поэтому они победили. А я махнул на все рукой. Мне так легко стало жить на свете. И вы махните на всю рукой и живите, как я. Это вы и хотели сказать, что это? Может быть, я и сошел с ума, может быть. Но я не могу видеть, как вы идете туда безоружным. Запомните эти слова. Тень, знай свое место. Постойте, доктор, я не совсем вас понимаю. Все эти дни я рылся в старинных трудах о людях, потерявших свою тень. Так вот, в одном исследовании автор, знаменитый профессор, предлагает одно средство. Хозяин тени должен крикнуть ей: «Тень, знай свое место!» И тогда она опять на время превращается в тень. Доктор, да ведь это просто замечательно! Вот видите,
Видите, я же вам говорил, что ему придется плохо. Доктор, да жизнь, сама жизнь против него. Да мы с вами, доктор. О, прошу вас, не надо упоминать моего имени. Прощайте, прощайте. Охота на то, что... Но победить это куда лучше. Все увидят, что он тень, и поймут. Ну, словом, все поймут, и я... Христиан Теодор! Христиан Теодор! Что такое? Я, кажется, испугался. Христиан Теодор! Христиан Теодор! Я здесь! Следуйте за мной. Еще совсем недавно кровь в жилах застывала всегда, когда мороженое ел. Мороженое, сударь, с тех пор теплей не стало. Ответьте мне, министру важных дел. Вы чем-то недовольны. Кто я? Ах, что вы? Я лишь о форме говорю. Мороженое в виде барашков и коровок, а также зайчиков, белочек, мышек и нарушек я кушать не люблю. Бывало, ел такое прелестное создание, и плакал, мне было жаль его. Десерт же в форме фруктов значительно гуманней. Могу его, я съесть хоть полкило. О, чуткая натура, а канарейка ваша поправилась. Она уже встает, я было приготовил себе с отравы чашу. Купил отличного яду и проверил на соседей, когда представил, что она умрет. А что вы тут едите, накладывая побольше? Хоть ненавижу эту гадость я, но раздают мне тоже, а где большая ложка? Ведь баснями не кормят соловья. Гуманность короля, народа счастья для такой невероятной ширины, что мы его народ, за ним всегда вперед на благо процветания страны. Дамы и господа, сеньор Пьетро, булочки с розовым кремом, как со мной? Сеньор Пьетро, со мной? Дамы и господа, я прошу минуточку внимания. Дамы и господа, обратите внимание на мою брошь. А? Эта брошь войдет в моду только через 2 недели, но она уже есть у Цезаря Борджа, дамы и господа. Это потому, что я следую моде, я самый модный, самый красивый, я вам расскажу, что это нужно взять. Аннунциат, вы сердитесь и отвечаете. Теперь, когда вы дочь сановника, я совершенно ясно вижу на вашем лице, вы сердитесь на меня. Ведь так? Сударь, мне право не до этого. Все думаете о нем? Об ученом. Неужели вы думаете, что он может победить? Что-нибудь знаете о нем? Конечно, знаю. Мои друзья-министры рассказывают мне все. Я
Христиан Теодор очутился в полном одиночестве. И несмотря на все это, он ходит и улыбается. Ужас. Конечно. Кто-то ведет себя при таких тяжелых обстоятельствах. Я устроила свою жизнь так легко, так изящно. А теперь вдруг почти страдаю. Страдать это ведь не принято. Господи, милый! Вот вы наконец! Да. Я, право, без вас соскучилась. Я, голубка, дай. Позу полного удовлетворения происходящими событиями. Умница. А, первый министр, ну что, как наши дела? Все как будто бы хорошо. Почему как будто бы? Потому что за долгие годы своей службы во дворце я выдал один не очень приятный закон. Какой? Вот в тот момент, когда нам кажется, что мы как будто бы полностью побеждаем, жизнь поднимает голову. Жизнь поднимает голову? Да. Надеюсь, мы вызвали придворного палача. Успокойтесь, он здесь. Улыбайтесь. Да. Улыбайтесь, за нами наблюдает. А топоры плаха? Топоры плаха? Унизены. Они установлены в розовой гостиной рядом со статуей Купидона. И украшены незабудно. Прекрасно! И что же ученый может сделать? Ничего, он одинок и бессилен. А поступки простых и честных людей бывают чересчур загадочные. Почему ему не отрубили голову сразу? Король против этого. Улыбайтесь, улыбайтесь. О! Дамы и господа! Его Величество Король с августейшей невестой своей направляет свои стопы в этот зал! Вот счастье-то, а! Гуманность короля, народа счастье, народа счастье для такой невероятной ширины. Шумы его народ, за ним всегда, за ним всегда. На благо процветания страны. Премьер-министр! Я здесь, Ваше Величество! Который сейчас без тряпки на 12, Ваше Величество. Можете быть свободны. Мы где? В каком зале? В малом троне. Ты что, не видишь? Я ничего не вижу, кроме тебя. Я не узнаю комнат, не узнаю людей, с которыми прожила столько лет. Мне хочется всех выгнать вон. С тобой. Мне тоже. Премьер-министр! Я здесь, государь! Нет, ничего. Ты чем-то озабочен? Да. Я обещал простить Кристиана, если он придет сюда ровно в полночь, чтобы сдаться. Он полон ничтожества, но мы с ним так много лет были дружны. Ты хороший человек. Да, мы простим его, ведь ты был столько лет с ним дружен. Премьер-министр! Я здесь, Ваше Величество! Сейчас сюда придет человек, с которым я бы хотел остаться наедине. Понял. Дамы и господа, Его Величество Король изволит дать аудиенцию одному из своих подданных в этом зале. Вот счастливец-то, а! Прошу, споем, друзья. Гуманность короля, народа счастья, народа счастья для такой невероятной ширины. Он придет? А что еще ему остается делать? Дорогая, я обязательно приглашу тебя, как только успокою и утешу его. Я ухожу, дорогой. Какой же ты необыкновенный человек. Я здесь. Следуйте за мной. Я мог тянуться по полу, подниматься по стене и падать в окно в одно и то же время. А он! Способен на такую гибкость. Я мог лежать на мостовой, и прохожие, колеса, копыта лошадей не причиняли мне ни малейшего вреда, а он
Мог бы так приспособиться к местности. За 2 недели я узнал жизнь в 1000 раз лучше, чем он. Неслышно, как тень, я проникал всюду. И подглядывал, и подслушивал, и читал чужие письма. Я знаю всю теневую сторону вещей! И я теперь на троне. А он у моих ног. Он пришел. Зови его сюда скорее. О, Кристиан! Как твои дела, Кристиан Теодор? Мои дела плохи, Теодор Кристиан. Чем же они так плохи, друг мой? Я оказался вдруг в полном одиночестве. А где же твои друзья? Им наклеветали на меня. А где же та девушка, которую ты так любил? Она теперь твоя невеста. Ну и кто же в этом виноват, Кристиан Теодор? Да ты. Ты в этом виноват, Теодор Кристиан. Вот это я понимаю. Настоящий разговор. Человека с тенью. Первый министр! Я здесь, государь! Всех сюда, скорее! Слушаюсь. Дамы и господа, его величество король... Дамы и господа! Перед вами человек, которого я хочу осчастливить. Всю свою жизнь, дамы и господа, он был неудачником. И вот теперь на его счастье я взошел на престол. Браво! Я назначаю его своей тенью, дамы и господа, поздравьте его. Поздравляю. Я назначаю его своей тенью и приравниваю по рангу и почестям королевским секретарям. Вот счастливец, да? Не смущайся, Кристиан Теодор. Если у тебя будет плохо получаться в первое время, я преподам тебе пару уроков вроде тех, которые ты получил за последние несколько дней. И в конце концов ты обязательно превратишься в настоящую тень. А теперь займи свое место у наших ног. Но ваше назначение. Ну же! Кристиан Теодор, давай! Займи свое место! Да ни за что. Господа! Слушайте так же ясно, как я это говорю! Вот настоящая тень. Моя тень! И тень захватила престол! Молчите, первый министр! Дамы и господа, давайте полюбуемся на последнюю неудачу в жизни этого неудачника! Луиза! Луиза, я никогда не предавал вас. Он обманул и запутал и меня, и вас. Разговаривайте. А ведь вы писали мне, что готовы уйти из дворца и уехать, куда я захочу. Не буду разговаривать. Да дайте же мне руку. И бежим отсюда. Быть женой тени, это значит превратиться в отвратительную и злую лягушку. Что вы говорите, это очень неприятно. Зачем же мне слушать вас? Луиза. Молчу. Господа, советую вам не слушать его, дамы и господа. Дело в том, что настоящие, воспитанные люди, они ведь просто не замечают поступков невоспитанных людей. Господа, а вот мой маленький жаворонок у меня прямо из рук. Да-да-да-да. А мой скворец меня называет, знаете, как? Папа! Господа, это жестокое существо погубит вас всех! Господа, он вершит власть, да! Ну пусть! И он будет мучить всех вас! Образцы и безделья! Юлия, мы ведь так подружились с вами! Вы ведь знаете, кто я! Скажите! Юлия, я вас обожаю, но если позволите себе лишнее, я сотру вас в порошок. Юлия! Тень, это вы. Браво! Браво! Цирцея! Нож идет! Да неужели же я говорю в пустыне? Нет! Отец грозил убить вас, поэтому я молчала. Послушайте меня, господа, вот тень. Вот настоящая тень.
Да я сама видела, как он ушел от господина ученого. Я не лгу, ведь город знает, что я честная девушка. Послушайте меня, господа. Нет. Вот настоящая тень. Она не может быть свидетелем. Потому что она любит вас. Он за это не прав. Простите меня за это. Все-таки послушайте. Нет, 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 довольно, довольно. Спасибо вам, Анна. Эй, вы, не хотели верить мне, так поверьте своим глазам. Тень, знай свое место. Ты тень? Ты одолжен, Христиан. Да! Я тень, Христиан, Теодор! Нет, нет, не слушайся его! Он тень! Если перестанешь, я велю казнить тебя! Не посмеешь! Теодор, Христиан! Не посмею! Христиан, Теодор! Так, все, стоп! Мне все ясно! Дамы и господа, этот человек безумен! Что? И безумие его заразно! Государь! Государь, ты заболел! Но не извольте беспокоиться, он обязательно выздоровеет! Господа, помогите государю! Стража, взять его! Доктор! Доктор! Иди сюда! Доктор! Да. А этот человек безумен? Я давно ему говорил, что это безумие. Его безумие заразно? Да, я сам. Излечимо оно? Нет. Понятно. Наш уважаемый доктор терапевт, а не хирург, поэтому в создавшейся ситуации я предлагаю... Отрубить ему голову! Было бы грубо и негуманно убить голову бедного безумия. А я настаиваю! Против казни я протестую, но! Небольшую хирургическую операцию над головой бедняги следует произвести незамедлительно. Операция не испортит праздника, дамы и господа. Поэтому я предлагаю для ампутации больного органа воспользоваться услугами королевского палача. Прошу простить меня, я скоро вернусь и расскажу вам историю, как я спас жизнь бедным кроликом. А, как интересно, кого вы еще спасла? Позже расскажете, готовьтесь к казни. Ну, я готов. Барабаны! Барабаны! Шагом! Марш! Шагом марш! Дайте же мне проститься! Стоп, 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 вы кто? Я люблю. Прощайтесь. Она его любит. Любовь, это так модно сейчас для молодежи. Да. Тебе страшно? Тебе страшно, Кристиан Тату? Да. Так, довольно! Шагом марш! Шагом марш! Дамы и господа, вас я приглашаю пройти на балкон, пока здесь приготовят прохладительные и успокоительные напитки. А на балконе мы увидим маленький сюрприз. Да, мы все равно пойдем. Анонциата, я не могла поступить иначе. Простите. Ты совершенно здоров, и вдруг должен умереть. Мне тоже. Мне тоже ужасно, ужасно все это. Неприятно. Нет, ну какой негодяй этот доктор? Так предать своего хорошего, знакомого предатель! А вы? Да разве можно сравнивать, Анциата? Этот ничтожный доктор ничего не терял. А я? А я так люблю сцену. Вы что, плачете? Да. Нет, я буду плакать у себя в комнате. Так. Надо выбрасывать из головы все, что заставляет нас страдать. Посмотрите, я вас научу. Посмотрите, легкое движение головой. И все. Вот попробуйте. Не хочу. Ну и напрасно. И не отворачивайтесь от меня. Я клянусь вам. Я готова убить себя, как мне жаль его. Но это между нами. Он еще жив? Конечно! Конечно! Когда все будет кончено, они ударят в барабаны! Государь, я не верю, что ничего нельзя сделать. Давайте пойдем, давайте попробуем. Анонциата, послушайте. И если вы будете молчать, вина. То мне кажется... Вина! Мне кажется, я готова помочь вам.
Так они себе отдают слово молчать, только скорее пойдем. Вовсе не надо спешить, мое средство может помочь тогда, когда все будет кончено. Молчите, слушайте, говорите. Доктор! Да, Юлия! А ведь я знаю, о чем вы думаете. О вине, Юлия! Нет, о воде! Мне сейчас не до шуток, Юлия. А я сейчас и не шучу. Дайте мне... Одному нашему общему знакомому. Ну, словом, вы понимаете меня. Ну, что я могу? А вода? Какая? Какая? Вспомните то время, когда мы были так дружны. Ну, доктор, ну, помните, светила луна, сияли звезды. А? И вы мне рассказали про то, что нашли источник живой воды, который излечивает все болезни и даже воскрешает мертвых, если они хорошие люди. Доктор, это правда, есть такая вода? Юлия, как всегда, шутит. А я же вижу, вы лжете. Мы застрелю вас. Буду только рад. Вы не понимаете. Вы не понимаете. Вы не понимаете, вы завтра проснетесь, а он больше никогда, да он же считал вас другом, товарищем, доктором. Бедная, глупая девочка. Да вся вода у них под семью замками. Семью дверями, причем министра финансов. Вот не верю, что вы не оставили себе бутылочку одну на черный день. Нет, Юлия, я себе ни капли не оставил, если не могу лечить всех. Ничтожный человек. Вас любит министр финансов, вот и попросите у него ключи. Я? Эгоист! Он хочет все свалить на меня? Я не умоляю вас. Я не сама больше, я сделала все, что могла. Ну что я могу? Вот это фермер профинансировал лично господин министр финансов. Дамы и господа, поаплодируйте. Ну где вы? Дамы и господа, а сейчас солистка его величества, госпожа Юлия Джули, которая, кстати, находится под покровительством его высокопревосходительства, министра финансов, исполнит предводительную и, главное, увеселительную песенку. Что вы будете петь? Стрекоза. Нет, стрекоза это как-то нехорошо. Давайте так. Не стоит голову терять. Жила на свете стрекоза, ее прелестные глаза губили мух нередко. Она любила повторять, не стоит голову терять, она была кокетка. Жила на свете стрекоза, ее прелестные глаза стреляли очень метко. Она любила повторять, не стоит голову терять, не стоит голову. Господа, успокойтесь. Терять. На стрекозином виду в соседнем маленьком жила форель большая. Не усталась повторять, не стоит голову терять. Стрекоз живьем глотая. На стрекозином виду в соседнем маленьком жила форель большая. Не уставать повторять, не стоит голову терять, не стоит голову. Шатула. Но как-то раз один рыбак поесть и выпить, и дурак пришел на пруду сосна. Шатула. При этом напевать не стоит голову терять, а то не будет счастья. Шатула. Поймал он его бы, она лишилась головы со своей любимой части. Шатула. Но он поест за пил ответ, не стоит голову терять, не стоит голову терять. А он поест за пил ответ, не стоит голову терять, не стоит голову. Смотрите! Что? Не глядели! Что вы смотрели? Это же его собственный день! Так, дамы и господа, не смотрите туда, смотрите сюда! Вы, напоминаю, находитесь на светском раунде в Королевском дворце, все должно быть весело! Отдыхаем, веселимся, все хорошо! Все! Что же делать? Я не знаю, что делать! Сейчас же! Что случилось? Я же все исправить! Не хочу! Что вы так разволновались, ваше место? Чтобы вы
сказали, если бы ваш жених потерял голову. Если бы мой жених потерял голову? А это он от любви, знаете ли. Все исправить, иначе я прикажу вам отрубить голову. Живую волю. Что, тихо молчать! Живую волю, Степа! Зайдем, быстро зайдем! Идиот! Что? Идиот! Что? Она оживляет только хороших людей! Придется оживить хорошего, а? Кому не хочется! Хорошо! Доктора! Доктор! 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 Сюда! В живой воде скорее, господа, несите его такой быстрее! Юрий, я скоро принесусь! Исчезайте! Ваше Величество! Дорогая принцесса, не волнуйтесь, все будет лучше в мире, я вас никогда не обманывал. Так, а это кто сделал? Довольно уйти из комнаты на полчаса, и у тебя перебивают работу! Интриганы! Скосяться, не удрать ли нам, а? А если нас поймают? Я вам говорил, надо было его сразу сожрать, а вы... Пришел бы к себе в кабинет. Кошмар какой-то, мы связались. Сделал бы с тобой что угодно, нам давно его съесть. Я говорил, связались с неудачником. Болван. Потерять голову в самый неподходящий момент. Просто бестактное существо. А вот, кстати, почему? Почему так темно в зале? Почему я не вижу его? Луиза! Как тебе идет голова, милый? Где он? Не знаю. Как ты себя чувствуешь? Мне больно глотать. Я тебе сделаю компресс на ночь. Спасибо. А! Дамы и господа! Радость-то какая! Голова на месте! Ура! Ваше Величество, я вас очень прошу, пожалуйста, ну, ради эксперимента, кивните головой. А! Она еще и работает, дамы и господа! Где он? Кто? Вот, а, он! Не извольте беспокоиться, только что по моему личному приказу он был заточен в самую глубокую темницу. Да вы с ума сошли! Не смейте даже думать об этом! Почетный караул! Почетный караул! Идите, просите, умоляйте его прийти сюда, ну, живо! Просите, умоляйте! Живо, просите, умоляйте! Умоляйте! Я придумал вас в темницу. Я умоляю! Бегом! 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 Простите, умоляю! Зачем же ты зовешь? Теодор Христиан? Я хочу жить! Ты же говорил, что он неудачник. Да все это так! Но я жить без него не могу! Он поправился! Слышали вы все? Он поступал как безумец! Шел прямо не сворачивая! Он был казнен! И вот он жив! Жив, как никто из вас! Его светлость, господин ученый! Анонсы, присяжные. Они не дали мне договорить. Нам было страшно умирать. Но чтобы победить, надо идти на смерть. И вот я победил. Идемте же со мной. Кристиан. Кристиан. Я прошу тебя, останься со мной в дворце, Кристиан. Я обещаю, ни один голос не упадет с твоей головы, Кристиан. Хочешь? Хочешь, я назначу тебя первым министром? Так, стоп, Ваше Величество, а почему сразу первым? У нас министр финансов так вот очень нездоров. Молчать! Молчать! Ваше Величество, Ваше Величество, будут опасности у деловых людей, вырастают крылья. Надо... Молчать! Христиан, я обещаю помочь тебе сделать некоторое количество людей счастливыми, Христиан.
Луиза, помоги, он не хочет мне отвечать, Луиза. Замолчи! Ты трус! Господа, да что же вы наделали? Раз в жизни я встретила хорошего человека, а вы набросились на него, как псы! Прочь! Уйди отсюда, тень! Господа, он не жених мне больше. Я найду себе нового жениха. Вот счастье, да? Браво! Взять его! Взять его! Я вас люблю! Как ты себя чувствуешь, Христиан Теодор? Мне больно глотать, Анцеата. Христиан Теодор, я все поняла. Пожалуйста, простите меня, я буду вести себя хорошо. Пожалуйста, останьтесь, не уходите. Нет, принцесса. Прощайте. Господа. Доченька! Христиан Теодор! Господи! 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 Господи!